какая красота! Хоть сниму, что у нас гид сегодня Женя. Малек едет. Туда не уходят, да? Туда-сюда. Вниз, вниз, ребята. Как они?
до меня доезжаем, а от меня уже финалочка такая хорошая, где ратрачка проходит, такой бугорок. Огонь! С бутылкой, да? Thank you.
Налево. Мы дальше или вниз? Не понял, дальше или вниз? Ну типа вторая ратрачка уже. Слушай, а это не то место, где мы туда ходили? Это Денис, мы на ратрачке стоим. Не знаю, по ней ратрак не ездил сегодня. Ну, значит, вниз. Вчера катался. Я один. 1-0.
1-0. Пользу на трачке. Вас, ребята.
уехал и пропал. Где дроп-то, я не понял. Куда он прыгать будет? Да? Ладно, я за тобой, и потом когда ты поедешь. Телефона. Почему? Не, я имею в виду, просто на месте постоишь. Ага. Потом в карман просто уберешь. Ну давай. У меня вообще никаких видео нет. Ты его заблокировал, он тебя сок? Да там можно камеру уже так открыть. Угу. Ну, я понял. Так, где встать, скажи? Ну вот тут, по правой стороне, вот где все едут, только чуть правее встать, чтобы я именно не по их линиям ехал, а сам. Вот там, где три елки. Правее. Правее.
Все, остановил. Да, скорости нет, я уже думал, ты сейчас встанешь. А там сможешь после ротрачка? Там же вроде есть, да, скорость? Ну, не знаю, но при ротрачке остановимся, конечно. Давай на ней. Соберемся, прямо. Соберемся там, на ротрачке. Осторожно. Они туда пошли. Это не наши следы. Они пошли туда. Я могу вот там вот встать. Могу вон там внизу, где елки встать. Вот их следы. Да. И они вон туда, видишь? Вон там их следы. Угу. Вон ротрак ушел, да. Береза стоит. Она одна стоит, и за ней там уже еще что-то деревья стоят. Где береза стоит? Вот видишь, два маленьких деревца. Ну да. А между ними береза. Не понял, это дохера берез. Она просто первая, ближняя к нам дерево. Ну самое. Вот это вот что? За ней елка. Вот смотри, самая маленькая, вот маленькая. И около них еще кусты. Ага. Между них береза стоит. Угу. Прям по центру. Угу. Вот около нее сможешь встать? У того березняка, где их много, да? Да, да, да. Только перед ним, ну да. Деревья снимать. А потом мы просто там уедем налево и на их следы уедем. Только я, чтобы тебе было чистое поле, я поеду сейчас слева. Ну вот так я вот сюда поеду. А, ну давай. Давай. Прием, подсняли друг друга просто. Все, давайте, ребята, сейчас не время для съемок, что это было раньше делать. Ждем вас. Раньше света не было. Thank you.
отстегнулся. Заехал. Нормально уже, почти подъехали. Мы тут уже 100 метров осталось. Все, ребята, просто вниз падаем, просто вниз. Давайте растолкнем. Выкатали? Гнездо глухаря. Еле-еле остановиться. И чё хотел? Ну давай. Тут вообще и видимость есть. Можно доехать до вот до серединки. Вот, вот не первая елка, а вторая. Палка такая. Ну ориентир, вот тут первая елка. Ну докуда доехать? Вот, вот елка торчит. Маловато.
первый. Первый буген, маловато. Во второй. Да. Там видишь, там есть дроп, за ним пуск, потом подъем. Понял? Ну. Посмотри, зеленый сейчас туда поедет. Зеленый, который желтый? Да. А, я понял. Сразу, ты... мы снимать будем, третий. Мы тут немножко подснимаем. Понял, только вот здесь зеленый и надо встать левее. Левее, ближе к опорам. Да, да, да. Ну вот здесь сейчас его башка вывернула. Нет? Нет, я вот про второй говорю. А, еще второй? Раньше. Вот. Раньше, второй, короче. Вот, смотри, есть второй? Второй, вот он. Видишь, за ним идет спуск. Да. Прям за ним. Да. А потом вылет. Да. Встань на самом вылете. Угу. Но чуть левее следа зеленого. Чуть вот левее следа зеленого и подъехать, подрезать его вот так вот. Да, ну я по следу. Тут все равно уже кто-то. Тут поживо хорошо. Мы подснимаем немножечко. Все, все, принял. Вы как едете, скажите в рацию. Принял. Тут как раз и скорость можно. Бросить скорость. И ты смотри на этот самый, на приземление, на мягкость. Да там вроде мягкость за ним. Но эти сейчас там прыгали двое. Сам гид и этот. Пока вот тут буду ехать, сможешь приплыть? Ну короче, между второго и третьего получается я встану. Ну вот на ближайший этот. На вылет, короче. Вот там перегибчик первый. Вот опора стоит. За ней, за ней немножко, и потом перегибчик, да. Вот этот перегибчик ты хочешь прыгать? Да. Прям на нем встань, чтобы было еще видно, как здесь дед. А это этот застрял. Ну, там валялся. А когда здесь Firefly буду ехать, по возможности приблизь его, ну, типа, померить. Ну, да, я пальцем приближаю. И рукой махни, когда ехать, а то я не понял, когда ехать. А, ты же без рации. Да. Давай, я палку подниму, скажу вот так. Туда? Туда или здесь нормально? Нормально? Не, погоди еще. Что-то я проехал. Паша из-за перегиба фигачит. За счет, нормально. Они.
Туда? Слушай, там камни! Стой, там камни какие-то! Нету там проезда, нельзя там проехать! Тут камни! Тут 5 метров!